Считайте это приказом для вас. Не дай Бог, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Мы недавно констатировали, что поляки, Польша, ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и с ядерных арсеналов Германии. Вокруг Беларуси мы уже констатировали. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Персонализация ответственности за рост цен. Ответственность. И если мы боимся...